Всем привет, дорогие друзья из солнечной Лани. Привет всем. Сегодня понедельник, 9 часов утра, а мы уже спешим по нашим делам. Сейчас я еду к зубному. Прошло 6 месяцев, полгода, пришло время проверять зубы. И я чувствую, что мне нужно что-то делать вот с этим зубом, потому что больно жевать. В общем, доктор посмотрит, все проверит. И одним из последующих видео будет видео как раз от зубного со всеми манипуляциями, которые мне будут производить, ну и, естественно, с ценами. А сейчас мы в центре Алани, сегодня стоит потрясающая погода. Не оставлю вас без моря, на пляж мы обязательно сходим. Но сегодня у нас с вами важный разговор о работе в Турции. И как вы уже видели из названия, в Алании две компании предлагают работу. Подробнее вам обо всем расскажу. Давайте сначала посмотрим, что же у нас с погодой. Как мы видим, небо чистое, ясное. Ночью был дождик. Но сейчас стоит потрясающая погода. Утром порядка 15 градусов. Но, конечно же, на солнце днем будет намного теплее. На пляж мы обязательно с вами сходим. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписываться на наш канал, потому что только на нашем канале вы увидите все самое интересное и полезное о жизни, отдыхе и бизнесе в Турции. То, что вы не увидите ни у кого другого. Говорю об этом с полной уверенностью и ответственностью. Друзья, как я вам и говорила, сегодня я приехала в клинику Summer Dental. Елена нас здесь встречает. Это потрясающая клиника с суперпрофессиональными врачами. Подробное видео о моем лечении, которое будет достаточно продолжительным, вы увидите на моем канале чуть позже. А сегодня первый этап лечения – это лечение канала и пломба. Доктор уже все посмотрел, сделал мне уже анестезию, я уже плохо говорю. И если вы хотите увидеть подробное видео об этой клинике, смотрите в описании. А сейчас Елена покажет нам, хотя, да, вы уже видели, но сейчас покажу вам. Да, вот здесь вот проходит мое лечение. Кстати, вас всегда интересуют цены, поэтому пломба у нас стоит 250 лир. Любой сложности пломба. Да, 250 лир, а лечение канала от 500. От 500 лир. Если вам нужно лечение, если вам нужен профессиональный осмотр, именно тот доктор, в котором вы будете уверены, обязательно приходите в клинику Summer Dental. Доктор Ибрагим Бей посмотрит, проверит, а самое главное, правильно вылечит и сделает так, чтобы ваши зубы оставались здоровыми и красивыми продолжительное время. И несмотря на то, что зубы нужно проверять каждые, в принципе, 6 месяцев, да, вы будете довольны, довольны и рады. Поэтому всем очень советую. Контакты в описании к этому видео. Доктор уже пришел, я готова. Ну что, друзья, я уже вышла от зубного. Сделали мне, в общем, здесь у меня анестезия полностью. Сделали мне чистку канала, но у меня 4 канала, четвертый не открылся. В общем, мое лечение продолжается. И хочу вам сказать о том, что доктор Ибрагим настолько профессиональный врач, что даже когда делает анестезию, совершенно не больно. И все те манипуляции, которые он мне проводил, во время этих манипуляций я не почувствовала совершенно никакой боли. А у нас уже очень солнечно и супер-супер тепло. Сейчас едем в офис компании, которая набирает на работу сотрудников. Расскажу вам, покажу. В общем, погода классная. Прям сразу так радостно стало. В общем, едем в компанию и будем разговаривать о работе.
Сейчас мы находимся в офисе агентства недвижимости «Ремакс Метро» и строительной компании «Бай Гюзель». Именно в этот прекрасный офис компания «Ремакс Метро» и «Бай Гюзель» набирает сотрудников. Самые главные условия, на которых компания набирает сотрудников, вы можете увидеть в описании к этому видео, а также условия работы. Плюс в описании к этому видео находится анкета, которую вы можете заполнить и отправить свое резюме на эту вакансию. Самое главное условие – это знание английского, русского и турецкого языков, а также опыт в работе с недвижимостью, ну и, конечно же, проживание в Алании и обладание либо турецким гражданством, либо видом на жительство. Хотите улучшить качество жизни и зарабатывать? Не хотите плыть по течению, а открыть для себя новые горизонты и кардинально изменить свою жизнь, а также получать высокую зарплату? Это реально! Постройте достойную карьеру в агентстве недвижимости «Ремакс Метро» и компании «Бай Гюзель». Приглашаем амбициозных, смелых, желающих развиваться и зарабатывать. Мы предлагаем современный офис в центре Алании, оборудованное рабочее место, высокую заработную плату, доступ к большой базе объектов недвижимости на всей территории Турции. Вместе с нами вы получите возможность карьерного роста и будете работать только с профессионалами, иметь доступ к лучшим объектам по всей стране, использовать большую базу клиентов и осуществлять все виды сделок с недвижимостью. Будете развиваться профессионально в успешной компании Турции. Gayrimenkullerinizi almak, satmak ve kiralamak için profesyonel ekibimizle en kısa zamanda çözüme kavuşturmak için ofisimizi bekliyoruz. Gayrimenkullerinize hedef ve profil çalışması yapıyoruz. Mülkünüzün içinde fotoğraf ve video çekimleri birlikte havadan drone çekimleri gerçekleştiriyoruz. Satılık mülkünüzü alıcılara sunum haline getiriyoruz. Büyük projelerinizi ve ticari alanlarınızı açık davet ile tanıtıma sunuyoruz. Arsalarınıza profesyonel çözümler sunuyoruz. Tek ve doğru fiyat güvencesiyle gayrimenkulünüzü alıp hızlı bir şekilde sonuca ulaşıyoruz. En iyisi Remax Metro'ya danışmak. Наши достижения – это ваши возможности. Хотите развиваться и зарабатывать вместе с нами? Тогда добро пожаловать в нашу команду. Поэтому, если вас заинтересовала эта вакансия, заполняйте анкету по ссылке в описании. И я надеюсь, что именно кто-то из вас, из моих подписчиков, кто проживает в Алании, будет работать в этой замечательной компании. Ну, а многих из вас, естественно, интересует вопрос работы в Турции, прежде всего в Алании и в Анталии. И если говорить о работе в Алании, то, конечно же, прежде всего иностранцы задействованы в трех сферах. Это недвижимость, это продажи и, конечно же, туризм. Вот такая вот замечательная вакансия есть в агентстве недвижимости «Ремакс Метро» и в строительной компании «Бай Гюзель». А сейчас, друзья, идем с вами к следующему работодателю. И, друзья, пока я иду до следующего работодателя, до следующей вакансии, отвечу на некоторые вопросы, которые вы мне задаете. Первый вопрос, самый главный, который мне всегда поступает, это вопрос. Я говорю только на русском языке. Могу ли я найти работу в Алании и в Турции? Конечно же, работу найти вы можете, но это достаточно сложно. И вы сможете найти работу, зная только русский язык, если вы какой-то очень крутой специалист и, например, ищете работу по совместным русско-турецким проектам, например, как строительство атомной станции. Если вы ищете работу для того, чтобы работать с русскоговорящими или, опять же, в русско-турецкой компании. Плюс, если говорить об Алании, то, конечно же, говоря только на русском языке, вы сможете работать с русскоговорящими клиентами. Что это означает? Это означает, прежде всего, сферы недвижимости и сферы туризма.
На самом деле больше шансов найти работу, когда вы знаете несколько языков. И на данный момент такая тенденция, даже как вы видите, например, по нашим вот этим вот двум вакансиям, о которых я вам рассказываю в этом видео. Первая вакансия в агентство недвижимости — обязательно знание трех языков, а в магазин одежды — обязательное знание двух языков. Поэтому, когда вы ищете работу, имейте в виду, что проще всего найти работу, зная несколько иностранных языков. Еще один работодатель, у которого на данный момент есть вакансия в Алании, это многим из вас известный магазин женской, эксклюзивной женской одежды, магазин Ши, который находится в самом центре Алании. Какие критерии к тому, кого бы хотели видеть в качестве сотрудника и продавца в этом магазине? Самое главное – это знание русского и английского языка. Если у вас есть турецкий язык, это тоже замечательно. Ну и, конечно же, чтобы вы проживали в Алании. Если у вас есть гражданство или вид на жительство, это тоже будет плюсом. Каковы условия работы? Самое главное – это 8-часовой рабочий день посменно с 10 до 6 или днем до вечера. Это вы здесь распределите сами между работниками, которые здесь есть. Здесь есть 6 продавцов. Самое главное – зарплата. Первый месяц, пробный месяц – 2500 лир, в дальнейшем 4000 лир плюс проценты. Поэтому, друзья, вот такие вот условия. Если вы считаете, что вам подходит эта вакансия, если вы хотите работать в этом магазине, то в описании к этому видео я оставляю контакты владельца этого магазина, Хасан Бей. Можете писать ему на WhatsApp все ваши вопросы, и Хасан Бей уже с вами свяжется и будет искать среди вас самую подходящую кандидатуру. Вот такая вот тоже интересная вакансия в самом центре города, в таком интересном, замечательном магазине. Работа в этом магазине круглогодичная, магазин открыт 12 месяцев в году, поэтому работа постоянная. И если вы любите красивую одежду, любите продавать и получать удовольствие от общения с покупателями, вакансия для вас. Не забывайте самые главные условия: знание английского, русского языка, желательно турецкого языка. Пишите на WhatsApp Хасан Бею, и он уже, в зависимости от того, подходите вы или нет, пригласит вас на собеседование. Моя функция во всем этом информационная, поэтому все вопросы по поводу заработной платы, условий работы и так далее, пожалуйста, решайте напрямую с работодателем. Второй и, наверное, тоже один из самых важных вопросов – это как найти работу в Турции. Самое главное, друзья, не забывайте о том, что прежде всего необходимо сделать хорошее резюме на русском, желательно, конечно же, турецком или английском языках, и иметь это резюме для того, чтобы отправлять в компании, работа в которых вас интересует. Вы должны определиться, в какой сфере вы хотите работать. Если это агентство недвижимости, то направляйте свои резюме непосредственно в агентство недвижимости, которое есть в том или ином городе Турции. Если мы говорим про Аланию, здесь большое количество и строительных компаний, и агентств недвижимости. Если мы говорим о туризме, то есть сезонная работа, есть постоянная работа, также зависит от того, где вы хотите работать. Разные компании постоянно публикуют свои вакансии на Фейсбуке, в социальных сетях. Ну и, конечно же, более крупные компании в центральных городах публикуют свои вакансии на сайте вакансий, турецких вакансий. В описании к этому видео оставлю ссылку. Естественно, этот сайт на турецком языке. Многие пишут мне о том, что хочу приехать и уже в Турции искать работу. Это, конечно же, все на ваше усмотрение, но я вам не советую приезжать в Турцию и искать работу здесь на месте.
пожалуйста, заранее ищите работу, связывайтесь с компаниями, рассылайте свое резюме. Но если у вас есть возможность, если у вас есть здесь собственная квартира или есть возможность жить, ну, примерно год на свои средства, то вы, конечно же, можете приехать и совершенно свободно искать работу. Но если вы стеснены в средствах и вам нужна срочная работа, категорически не советую вам приезжать и искать работу на месте. Заранее свяжитесь с фирмами, заранее разошлите свое резюме или хотя бы опубликуйте на Фейсбуке сообщение о том, что вы ищете работу, разошлите по разным группам. Возможно, какая-то компания ищет именно вас. Будьте осторожны и всегда думайте о последствиях и именно своих действий, потому что, ну, остаться без денег в поисках работы в чужой стране я никому, конечно же, не желаю. Думайте, смотрите 10 раз, как говорится в русской пословице, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это самое-самое главное. Как я и говорила вам, друзья, мы приехали на набережную, стоит просто потрясающая погода, солнце светит, очень жарко. Для тех, кто мне постоянно пишет, ты говоришь, что жарко, сама в куртке и так далее. Друзья, на солнце очень жарко, но не забывайте, что все-таки зима, и если мы сейчас спустимся к морю, то так или иначе будет ветерок. Поэтому даже в плаще, в кофте мне сейчас жарко, можно спокойно снимать и ходить футболки. Это на самом деле чистая правда, потому что очень жарко на солнце, градусов 25 точно есть, и я прям ощущаю, как жарит, да, потому что у меня черный плащ и достаточно жарко. Не забывайте о том, что у нас есть группа на Фейсбуке, где Айхан, вот вы видите, Айхан пошел в ту сторону, уже спустился к морю, делает прямые эфиры. Каждый день мы постим много разных фотографий, видео и так далее. Ну а сейчас давайте с вами спустимся к морю, и я покажу вам всю эту красоту, потому что я знаю, что вы очень любите море, и, конечно же, когда я могу, я вам его всегда показываю. Несмотря на то, что погода очень солнечная, все-таки на улице зима, друзья. Сегодня 1 февраля 2021 года. И зима дает о себе знать вот такими мощными волнами, при наличии которых купаться опасно. Опять же, в прошлый раз меня спросили, почему нельзя купаться. И если ты морж, можно. Можно, когда море спокойное, но в такие волны, конечно же, купаться достаточно опасно. В общем, опять меньше разговоров, оставляю вас наедине с морем. Вот такая вот у нас красота здесь, в Алании. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что оно было полезным.
Если вы считаете, что вы подходите на те должности, которые я озвучила в данном видео, обязательно заполняйте анкету для менеджера по продаже недвижимости, а также для продавца в магазин женской одежды. Обязательно смотрите телефон в описании. И море наступает. Обязательно смотрите все контакты в описании. Надеюсь, что встретимся с вами в скором времени в Алании. Всем всего хорошего. Пока-пока.